Короче, тоже, да? Он нормальный. А кто будет вратарь? Это кто будет вратарь? Я вратарь. Но если я буду хуёво стрелять, будем свапиться. А на кого, блять, на кого? Да тут РВД хорошо стоит, Распутник хорошо стоит, Кайлыч лучше меня. Тут, блядь, вратарей ёбаный рот. Не, Распутника нельзя. Он лучше. А у нас и так нападающий, Кайлыч нападающий, Распутник, РВД можно поменять на вратаря. Не, ну... Так. Свапаться каждый матч, чтобы всех запутать. Да. А у них, да. У них там стоящий заебёт с Бубновым. Хотя Бубнов молчит. Что у меня матушка начала смотреть всякие фильмы. Попросила меня 1964, да, скачать Орвелла. Всё, нифига себе. А через такой фильм? Ну да. И не фильм, а на аудиокнигу послушать. На даче послушать, пока копает. Школьник. Вообще-то фильм тоже есть, блядь. Я его смотрел. Ты не видел фильм? Нет. А чё, это у них там проблемы? Я не пойму, почему. Рестрим запускал полчаса, как обычно. Теперь, когда эти петухи закрыли рестрим, а её ВКонтакте. Рестрим его не работает ВКонтакте теперь? Да, не убрали ВКонтакте с рестрима. Теперь как-то через Good Game добавляют дополнительный источник. Вот раньше было лучше, когда не было всяких ценолей. Был обычный Миднафин. Нормальная скорость. И всех был нормальный пинг. Да там 6-6 на 6 мы не играли, блять, на нормальном Миднафине. Ну не 6 на 6, какая разница? Да ты хотя бы там все нормально работало. Ну тогда мы не сможем 6 на 6 играть. Ну сделали бы 6 на 6, ебать, но, блин, на старом, не ускоренном, сраном, блядь. Да там все будет лагиться. Да не будет лагиться, там просто будет такой немножко помедленнее игра. Зато будет работать у всех. Потому что здесь пинг повысили. Как да бы, это не от эмулятора зависит, ты че, какой пинг ты? Бля, Ленис, у тебя просто компьютер, блядь, реально. Ну, вы увеличили в этом ёбаном C0 количество кадров. И, соответственно, больше нужно... отсылать данных с разных серверов, на сервер клиент. Да, соответственно, кого-то у тебя... Нагрузка повысилась на ебучий интернет. Чисто пропускную способность. Да какая у тебя чё интернет? Блять, 300 кбит в секунду или чё за хуйню ты несёшь? Осса. А вот хер его знает. Вот так оно, блядь, и работает. Раньше было нормально, а он просто, видишь, он не такой, он не адаптивный. Какие, блядь, данные? Он не рассчитан на это. Ты херу несёшь, какие данные передают? Он такой... Это... Управление только передает твое, которое, ну, типа, ты нажал какие-то кнопки, он передал управление и все. Раньше он передавал 30 раз в секунду. Передает, ебать, 200 раз в секунду. Охуенно, блять. Охуенно, ебать. Прикольно сделали, ебать. Такие простые, ебать. 60 раз в секунду. У меня это работает скорость 60. Ром-хакеры, ебать. Делали, ебать. Да поебись, ебать. Будет нормально работать. Так все нормально у всех работает. Это у тебя, блять, что-то там компьютер, блять, говна. У меня это работает 60 кадров в секунду. И управление передается в интернет. Только управление без... Никакая графика не передается там по онлайну, ничего такого. Мне кажется, мы уже года 3 сидим на этом Миднафине. Просто Кайлыч года 3 майнит на эмуляторе и все. Да, вы уже, сука, намайнил на белорусский дворец. Я видел, что передаются нажатия клавиш, я видел. Да сука, блядь, пиздят, блядь, ромхакеры интернета лениста, блядь, нажатие 200 миллиметров в секунду. Так что, ну не оставляемся в русле. Все, играем. А мне сразу что-то бежать или пытаться отнять мяч? Нет, сразу беги, да. Пробуй. 10-12 в атаку. Слишком много, втроем вы тут стоите. Так, я 10-й, все. Оба с наворотах. Я. Тихо, блядь. Сейчас все нормально. Не, что касается пасов, я не такой, как Мафута Чмонька.
Я столько стою хуёво. Суперпас! Ей! Вау, я запахнул. Как он, блядь, вообще зашел? Удивительный пас. Неплохо. Май гаш. А кто ты говоришь, кто у нас шестой? Я. РВД. Все, супер. Надо на шестого посылать. Пасуйте на Харламова, блядь. Бля, я хочу в атаке поиграть. Там весело. Ну и просто видишь, может быть, другое дело, что у меня сеть играть. Чего вот здесь в атаку? Потому что все остальное же быстрее стало, я не понимаю. Да блять, ну я же идеально сыграл! Я же не по центру стоял, по-моему. Пиздец. Раз. Ну да, не по центру. Отошел слишком, блин. Хотел продраться. Ебать, что? Давайте, нападай. Я он прошел, это пиздец, как-то он прошел вообще так уверенно. Да, мадам. Неплохо, хуй просто. Все ждали, кто будет его брать. Слишком дохуя, кто-то должен всегда впереди быть один, как минимум. Да, что-то опаздывает. Я всегда буду самым последним. Ай, блин, хороший удар был. Гол. Ой. Нихуя. Ну, а Тимощук это задрот ебаный, он никогда не пропустит, говно. А что там, а Тимощук у них стоит, да? Конечно. В принципе, да, кто еще? Есть ли вариант Альфаруша? Блять. Ебать, повезло мне. Ну, сорян, раз. О, отбил, я? О. Всё, ну, это можно отсюда прям бить. Ой! Ебать. Ой, сука, ебать, тварь. Лось. Гол. Бля, я тебя уже обосрался. Не, я контролировал. Нужно что-то? Бля, она была вперед головой. Да, на окно полез. Не, мы больше атаковали, но там, блядь, Тимощук ебаный, блядь. Да, Тимощук, конечно. Да, он Тимощук, он да, он на самом деле очень сильно решает вот именно в процентном соотношении. Если, блядь, равная игра, это пидор, блядь, ой, который берет все. Это начальных раунд. Не, ну он нестабильный психически, на него наебут, видишь, он, блядь, без голоса. Хуёво, что он без голоса, потому что на него напиздеть. Он потом, короче, будет хуже играть, это пока он хорошо, потом хуже будет играть. Так что не парьтесь. Ой, блядь. Я в следующем снесёт, смотри. Угу. Нормально, нормально. Все, перед ним стоять. Да, нормально. Че ты за, блин, ну ладно. Блять. Пизда, меня снесли. Давайте, бортом, давайте, спинывайте нахуй. Да ебать, не нажимаются кнопки, ебаные. Давай, ну. А ну это классика, не нажимается. Ой, тихо. Нахуй. Вперед, вперед, вперед. Ой, май гаш, что они там все сгрудились. Да ничего ничего не сделает. Раньше все работало, блядь, и пиздец. Удар, удар головой. Еще раз удар. Лично. Лично. Не сработал, дурака. Это мяч. От них? Лично. Да. Можем? Я подаю, я подаю, давай раз. Так, все давайте вперед, я останусь. Красиво. Хорош. Гол! Не, такую хуйню этому не забить. Он уже знает, да, падла. Он уже знает, блядь. Удар, просто головой.
Ну, в теории все правильно. Блять. Да потому что у меня пин такой большой, не видно было. Тоже выносили. Блять. Нормально, нормально. Там тебя могли любым сбить. Давай. А, ну да. Это вообще мясной матч, надо бить его, не просрать как-то. Спокойно. О, бля. Меня сбили, блядь! Нормально, запасом выбил, пойдет. Бежит третий. Если отобьетесь, я могу в пустые. Удар, удар. Еще раз. Лично. Да похуй. Еще. Давай, супер. Давай, блядь. Я проиграл, падла. Пиздец. Ну как, блядь, он забил? Не, ну тут я, блядь, нормально, я обычно прыгнул по центру. Ну да, мразь гол просто. Да это мразь гол просто, реально. Пиздец, блядь, ну это, блядь, пизда, нахуй. Да, залупа, конечно. Ну я говорю, ну, блядь, я вратарь, нахуй, надо, блядь. Ладно, еще один сыграем. Нормально. Просто чутка обтропились в конце, ничего страшного. Разыгровочка, все. Нормально. Просто пустые хотели забить. Размял твои. Нормально. Я сейчас вроде обычно прыгнул по центру. Нет, ты вроде сверху вниз, кажется. Не, я просто боялся этим. Чё, блять? Какой нахуй отошел? Первые игры отошел, че, охуел бы. Да пускай, давай, да выбирайте похуй. Потом я не знаю. Не по понятиям, блядь. Наебал это языч, чмо. А зачем одну минуту времени сделали это, для чего? Не знаю. Может там ставится, типа, сколько угодно. Ты видишь, внизу точки. Да, тоже какая-то странная хуйня. А, на распутник в чате, распутник, объясни, что это за... Что это за... Мне кажется, это ставить, если там точки, там сколько угодно можно поставить минут. А, брать до 9 минут, я читал в описании. Можно выбрать любое. А, до 9. Это одно до 9 минут. Вот уроды, это нечестно, ебать, они же остановятся. Вы охуели, ебать. Сейчас победим, когда мы тоже... Делаем. Самое главное, блять, это одному всегда быть впереди и на центре человека 2-3. То есть там постоянно в центре мячи выпинываются. Ну зависит, зависит. Мы играли, знаешь, последнюю игру. Вы все, в принципе, нападающие. Ну, мы более-менее с тобой держались чисто защиты. Да, зависит очень сильно от вратаря. От вратаря очень сильно зависит. Просто в целом. У нас много выходов, у нас много выходов, у нас три выхода было один на один, грубо говоря. Мы не забили, потому что пидорас на ворота. Все находились такой, знаешь, полосочкой в центре. По бокам никто не ходил, ничего такого не было. А если бы заранее там стояли, может быть, нападающие, можно было пас передавать и идти, как бы... Растягивай защиту. И в итоге мы дохуя просто матчи провели тем, что в регби играли. Хуяли друг друга просто по центру. Ну, у нас команда просто сильнее, похоже. Где тут у нас? Ну, у нас, да, у Языч там где-то... Не знаю, не знаю. Нахуй вы развели? В смысле, они нахуй развели? Да еще от нас ушел. Короче, я загружаю сейв. Или не, да, или не загружаю. Загружай, они стоят. Они стоят, они стоят. Загружай нахуй. Забили гол, сразу загрузка. Ой, блядь, еще загрузи, раз я... А, тут же написано, какой пидор нажал ресет. Ну, короче, они хотят играть, ладно, похуй. О, уважение. Пацаны, ну вы поняли. Я не понял, о чем играть.
Да. Может еще раз висят? Давай еще. Ладно. Пусть сами паузу. А что, это уже игра, что ли? И у нас. Да, захотят сами нажимать. Если без ЭР нормально играется, то... Так, мы синие, да? Там все играют, у них, а я за все играют. Красиво. Ой, красиво. Ой, красиво! Но это чуть не понятно для него, да? Бля, что-то они вообще... Удар! Блядь. Бля, говно. Ой. Спокойно, пожалуйста. Нормально, я танцевал. Вы все тут, блядь. Пятером, блядь, и что делаете, блядь? Да, вернитесь. Не надо так много, вы не бегаете прям вообще, пиздец. Видишь, они все время, они в пятером в центре, это правильно. А у нас, блядь, что-то в центре никого. Значит, по центру докатился до ворот, до самых. Бля. Просто по центру, по земле. Не, короче, блядь. Мне на воротах нельзя стоять. Бля, лагает. В любом случае, меня от меня ничего не ждем, я здесь тупается. Где я вообще? А, вот он. Это нехорошо, центр держит, пиздец. Ну, значит, надо не в центр все пасы давать. Сверху мы никого нет. Ну, пока когда я говорил, не было. О май гаш. Все, вас спасли низцы. Лось. Надо забить, забить. Лось, братки, да. Лось. Что за хуйня? Там лучше что-то мог придумать. Ну, был ветер там. Вдвоем бежим. Надо было просто уебать, а потом попробовать добить. Ну, вот наша защита, ёпта. Че, может, свапнемся сразу, чтобы, блядь, не... Не, давай уже до конца. Ну, давай, да, матч до конца. Топар, мне ж, как бы игрок бежит импер один, мне на него нападать или ждать, как бы, или пытаться тебя подстраховать там, отскок какой-нибудь? А, нет, ты максимально стоишь рядом со мной. Нет, конечно, можно напасть на него. Давай, нет, если он один на один выходит и прям близко к воротам, конечно, тебе нужно напасть, чтобы он не ударил издали. Тут надо чувствовать, не знаю, как это действительно, что он делает. Отлично. Неплохо. Вау, молодцы. Короче, я стою в этой защите, и все, я больше не буду никаких играть. Пирает. Вниз. Блять. Десятый, блядь. Тащи. Ветер. Ёпта. Тихо, куда я пошел? Не важно, меня сбивают, слушай, меня сбивают. Сейчас постраховаемся. Сибитесь в атаку кто-нибудь. А, ветер нам помог. Я подам. У меня какой-то медленный, вообще, еле бегает. Инвалид. Ебать, что-то. Все, отлично, пошел подавать. Что-то у нас какая-то завяз мяч. А, у нас? От нас ушло? Странно, да? Ебать, там ветер летает около наших ворот. Я улетел, так что не могу помочь. Вниз, давай, супер. Пустые. Побежал, давай, маленький! А в него ударится? Нет, отлично. Спасибо! Поехала. Тимощук, красава. Все благодаря мне. Да, молодец, Тимощук. Бля, жалко, он не в чате, сейчас бы на него ебались. Сейчас бы на него уебались, и все бы было пушка. Я сейчас не буду.
Давай. Блянь, опять. Oh my gosh. Нормально? Сука. Спасибо, просто гол. Успеет, успеет. Успеет, сука, блядская. Успеет, сука, блядская. Сам пойдет, а нет. Отлично, отлично, блядь. Чутка. Гол! Вау! Будет суп. Просто я и половину поля. Ну да, просто. Отлично, все. Эх. Втроем, втроем, втроем. Распределились. Давай. Лучше супер, мне кажется. Ага. Нихуя у него жопы хрыны. Все, 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 забить, забить. Блять. Взять, 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 взять. Все, все, все. Подхватить, подхватить. Да, пошли назад. Возьми. Смотри, заберет. Ай. Хуй вам. Еще раз. Еще раз. Что происходит? Кайф, молодец. Блять. Ну посуду едем. Это просто рафа. Куча мала. Пиздец, я здесь в кадр секунду вижу, и то, блин, проебали. Очень проиграли. Ёлы пал, обидеть как. Да. Ну чё, меняемся? Ну это пиздец, я пропущу, ну я реально хуёвствую, ну тут объективно, объективно. Давай, распутник, сменимся. Я тогда в защиту иду. А, Кайлыч, тогда ты будешь... А, ботов нету. Ты чё, Кайлыч, будешь этим? Полузащитником? Самым первым игроком, кто выбирает. Вторым? Да, два, ну... четыре... Ну, могу, в принципе, да. Два, два... Ты какой? Сейчас. Я восьмой. 2-8. Ой, блин, 2-8. Все, погнали. Сейчас нормально все. Распутник все затащит. Ты в нападении с РВД, я в защите. И все, сейчас отъебем. Потому что, блядь, ну, я реально пропускаю хуйню. Ты нормально стоял? Не-не-не-не. Ну, и Кайлыч как бы в защите редко стоял, он нападающий. Я-то шарю за защиту, более-менее. Мне просто как бы неинтересно стоять в защите, а тупо, ну, стоишь, типа... Ну, как бы, типа, не спрождаешь, пока там те... Да нет, на самом защите, на самом деле, в защите за место, вон, сколько, они постоянно в защите. Да, тут главное чувствовать, когда на чувака напасть, да. Просто как бы в защите, и нельзя допустить, чтобы к тебе подбежали прям к вратарю, чтобы тебя перебили. Ты тоже напарник защитник страховал тебя. Ты должен быть обязательно на сзади точно, а другой более-менее. Так, а время 2 минуты, да? Волки 3 надо. Его видал, он не стал. Вот теперь Поки к тебе идет. Вот, такая вообще, главное, не пытайся обводить прям. Забудь про эту хуйню. Это только одного там можешь ввести. Но когда в середине поля и там 70 игроков, про эту хуйню забудь. Кто у нас стоит 6 РВД, а Распутник... Нет, кто там? Распутник 4-й. Топор 8. Да, я 8. Так, Все, побольше суперов. Так. Бля, Италия. Им пизда. Интересно, неужели мне озвучило? Ну что, тебем. Может, прокачалась, блядь? На телефоне, нахуй, мама, обновление. На ноутбуке обновление. Еще какое-нибудь обновление. Да не, нифига. Да. Не знаю, я поставил... Да не может она так лагать, не может. Да я даю вверх просто. Да не должен, это же игра такая хуйня. Не, все равно хуярит. Да падла, даже супер не дали сделать.
А эк-то какой? Я восьмой. Ебать он имба! Ну типа щук это просто имба. Вот как он туда прыгнул, чмо его. Как он угадал, куда? Ну. Какой-то восьмой сказал? Да. Так сосредоточься, сверху иди, восьмой. Так я, блядь, в защите. Yes. Тоже догнал. Уважение мне. Все. Ебашим, я говорю, поменялись и все, ебем. Давай, мы в защите, один впереди, другой немножко сзади. Я имею в виду не то, что в атаке, а в то, что немножко за это распределяться нужно лево-право, лево-право. Не стоять на одной линии. Ай, блядь, что здесь стоит нахуй? Оба! Убивай проток! Нормально, нормально. Ну нет, как бы не очень, но нормально. Лучше нормально, не будет. Можешь продолжить. Вперед, 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 он один там. Ну, вон, вон. Уже. Ну, пошли. Давай, давай, все. Ай, мои маленькие, воу! Да ты сука! Чему щука, охуевшая мразь? Он мой на себя попросил, я не уверен. Не себя не жалеет, никого. Блять, Ленис, я случайно нажал вверх-вверх. Ну пиздец, видишь, ебать, у меня. Я случайно нажал. Сука. Лично отлично, все нормально, все нормально. Ну долго, конечно. А, нормально. Нормально, нормально, все. Спасибо, браток. Красиво. Это гол. Хорош. Е-е-е. Красиво. Красиво. Чувствовалось сразу, что это точка за дрочка. Вот по таким мне нравится играть, да. Экшен постоянно. Отлично. И дальше. Класс. Она была сразу вообще по ли этому. По касанию вообще было бы жестко. Я сразу. Да. Это был бы сразу гол. Бля, как я не достал до него. А, ёбаный крутилка сработал. Бля. Отпинали дурака. Ну это да, отпинали. Вниз. Угу. Ах ты, блядь, сука, встретил меня. Май гаш. Ой, блядь, суки, блядки. Вверх. Нихуя он меня встретил? В руки возьмет, блядь. У меня, конечно, никогда в жизни с утра давить не будет. Бля, ну да, натупили. Да, но я натупил. Второй момент. Леху не пропустили. Да. Да, второй момент, бля, пиздец. Надо было. И надо все время назад бежать, не выебываться. Лекал замилос. Забилось. Хорош. Супер делаю. Нормально, нормально. Ой, блять, я иду подавай, так что аккуратней там. Кайл, я попросил на себя прикрой. Да, куда ты меня стреляешь? Я говорю, не откинул. Так я не виноват, блять. Я нахуй побежал сам автоматически, блять. Ну, бля, это... Никас не убивает. Ну, сто больше не смогут. Вниз. Да, сука, блядь, не успел. О, хуйня. Руки. Ну, чё-то какая-то всё равно херня защита. Да, 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 блядь. Да, сука, нахуй, я побежал, блядь, как чмонька. Ну ёбаный ленинист. Да пошли вы нахуй, там видел, что происходит? О. Чё там происходит? Ты, блядь, пенальти зарабатываешь.
Да иди пал ты роды, бать, иди нахуй, бать. В красной зоне вился в этом пидорасе он был. И вратарь отыгран. Отбиваемся. Пиздец, ебать, только ленинист сайт вас, ебать, с пингом, ебать, 5. ТПС, точнее, блядь. Ебать. И совести нет ни у кого еще при этом. О, супер пас. Выпускаю, блядь. Да бей похуй. Да бей похуй, блядь, ты пока сказал, ебать, я только услышал, и я только увидел, что там происходит. На 18 секунд надо делать. А, бля. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед, выноси, похуй. Отлично. Супер, супер, это гол. Делай что-нибудь. Блядь. Так нормально? Ну почти, неплохо. Блядь, ну что он так не везет, это пиздец. Лось, кстати. Надо сразу контратаковать как можно быстрее. Вперед, вверх. Вперед, срочно. Или супер. Вау, супер! Отлично, отлично. Ура! Лучше! Это лучше. Шикарно, молодцы. Бля, главное не пропустить сейчас. Да, сейчас надо просто держаться. У нас же овертайм есть? Да, овертайме. Вниз. Бля, ёбаный выхарь. Тихо-тихо-тихо, меня унесло. Защит. Бля, я подаю все время. Вот видишь, чем 8-й хуёво, это что он, блядь, подает. Подает, ты защитник, блядь. Я подаю, блядь, я не могу. Это я, блядь, автоматически бегу подавать, блядь, ауты, угловые. Я, блядь, чем? Все защитники подают, да? Восьмой подает. От местоположения зависит от. Ебать, это. Что еще за дверь? Это зависит типа от мяча, где остановился, вверх. Я хуй знаю. Не попробовал. Причем даже вниз собирался смещаться. Лось. Но тут лось супер быстрый. Просто вперед. Блять. Ну, у них, видишь, сильнее, да. Я на колодке. Сейчас надо супер мега быстро как-нибудь забить. Так они силы опять кинут. Они сейчас опять забьют. Попался. Ну да, просто удар супер, бля. Я жал локоть этого. На него. Идем. Блять. Прям в калитку прошу позбегите. Давайте. О, блин. Сука блядская, чё, сможешь его сбить? Нет, не сможешь. Я подаю. Давай, я его супер делаю. Ой, блядь, ну конечно мы не можем его сбить. Пизда. О, хорош. Всё равно. Не успеет. Блин, я одного сбил, конечно, но этого мало. Вверх. Не, ну это мы должны были выигрывать, ну блять, лишь темные силы. Ну они, блять, 3 мяча забили от сбивания. Чисто 3 мяча сбивания у нас. Пидоры ебаные. Так-то мы гораздо лучше сыграли сейчас, ну их. Ну теперь можно, ну, взять, блядь, Италию, например, и разъебать их, как они нас. Да, да, давай лучше разъебем. Ну я лучше, мне кажется, сильных брать, конечно. Ну Италию нужно отыгрывать хотя бы очко 2. Ну, не видишь, могут взять какой-нибудь говно, типа. Тоже, типа, ход конем, пидоры. Ну,
Ну, как бы мы проиграем 3-0, нам надо выигрывать. Да, да. Так что если, выиграть, не, так, что, если не даже. Если не даже хуйню возьмут, то ну как бы похуй уже, что делать. Ну да, согласен. Че отъебем? Да вряд ли. Да че ты чмо ебаное? Да че, репрессировать? У меня игра глючит, блять, пиздец. Я вообще не игрок, я могу просто. Ну иди матушке скажи, что, блять, отключила там все эти скачки интернета. Да, не. Конечно же, я не скажу такое. Она мне по лицу просто отключит, блять. Слышишь, блять? Я тебя родила, и ты нахуй. Ну скажи, это важные 20 минут моей жизни. Для 30, или сколько там. Готовьтесь. Давайте паузу, я подписываю, да. Не, давай вот эту игру сыграем и паузу, я тоже потом подписываю. Ну, все, вниз. Давай. Убьем. Он убивается, Скотт. Хорош. Хорош, ну что? Ну знал, что мы пойдем пробивать его. Хорош. Сейчас забить, пушка. Ебать. Гол! Еще раз! Yes! Еее! Да их можно вообще ебать, месить как глину, блять. Вот просто. Это не мясо. Попался, тварь. Че они там устанут? Они уже устали, нет, блядь. Бля, давай ебался. Да, блядь, все нормально. Вверх. Вверх даю. Аккуратненько. Ебать, ну тут я не виноват. Мне, а может, два стоял негра вокруг моей жопы. Блять, четыре. Нихуя. Ну как он? Вниз. Палисик козлы. Отлично, все, втроем. Да, все, ты можешь один забить. Отлично. Ебать ты нахуй, вообще как он залетел. Ой, блядь. Что я сделал? Бля. Блядь. Не, ну тут я. Вниз. Да заебал он, так делать. О, синдром. Наконец-то. Вверх сейчас будет. Давай, тьмочка ебаного. Молодец. О! Да не, вы его не убьете. Он два раза взял, чмо. Да бля, меня как раз убивают какие-то петухи. Блять. Ну это хуйня. Ой, блядь. Хуёво. Блядь, об мою жопу ебаную. Вверх. Неудача ебаная. Преследование. Надо его сбивать нахуй. Он там каленый. Че его сбивать? А, не, нельзя. Так он два раза руки взял. Да похуй, он пропустил уже три гола. У него там уже плюс 60. Мы его не убьем. Никак вообще. Хотел обмануть. Это второй тайм? Первый. Линис, нападай, ёб твою налево. Да блин, они только сравнялись. Тебе, наверное, на 10-го свапаться, что тебе на угловые-то... Ну да. Ну потом, после этой. Ну, главное выиграть. Ой, блядь. Ебать нас откинул. Вперед. Вообще, ты сидишь на порогах, да, стоял? Убивай куда-нибудь.
кофе хорошо послышишься на воротах вообще. Кайф. Но стоишь на воротах хуже, конечно, чем многие. Ну конечно хуже, блядь. Блять. Супа, срочно. Ну все, сейчас да, сука. Ебать. Блять, ну что ж там так не везет? Тут, блять, мы не можем накрыть. Вниз. Блять, нахуй я за это смотрел. Я впереди, вверху. Я впереди, если что. Угу, супер дело. Ты бежишь. Надо было убивать вообще, я туплю. Давай, давай, убиваем его. Подожди, пусть вратарь выходит, нет? Ну а подбирать как? Делай ты супер. Да не, приземляйся. Ну пиздец, нахера ты это сделал? Ай, блядь. Срочно убивай. Вратарь бежит, если чё. Куда он? А, все, уже не бежит. Да, блядь, что, блядь, вообще нахуй полная залупа. О, потерял драк. Камерону мы еще не проигрывали за Италию. Да. Ну надо всем бежать вперед. Такого не было, что просто добежать и сделать супер. Хорошо. Еще удар. Ну ты давай делай. Ну ты же на чужой половине, на своей половине. Да, все, ваш толпа. Я даже не понял, как он там застрял. Это пиздец. Да что-то нам не везет, пацаны. Ой, надо срочно, везет. Срочно надо забивать. Срочно прямо. А вот надо убивать. Бля, меня сбили. Меня тоже. Пиздец, 4-0. Так. Давайте пописаем. Сосредоточимся. Идите, идите пишите. Что мы делаем не так? Защиты у нас нет, все выходы. Так, ладно, да. Я же говорил, у меня пинг, я тебе просто, у меня кадров, не знаю, 10 секунд. Все, я ничего. Ладно, я вообще не выхожу тогда в следующих этих. В следующем одном матче, да, хорошо. В смысле не уходишь? Ну, защитить стоишь? Не, ну я и так в защите стоял, ну видишь, блять. На самом деле нас центр просто ебут вообще в очко. Я могу на центре стоять, а вы оба на первой атаке. А я на центре буду контролировать. Кто оба? Кто? Ну, типа, ты и РВД будешь в атаке, я буду в центре. Нет, а в защите кто? А кто там у нас, ленинист и... Нет. Юлий. Ну, можно Юлия в атаку поставить. Ну, восьмую, его на разводку восьмую поставим. Сейчас свапнусь я с ленистом, да, свап. Свап. 10. 8. И я все время в защите буду стоять. Под подпись. Не ленисту пасы давать? Они хорошо играют вообще, я просто не знаю. Он же тебе все весь мини-баттл говорит, что у него FPS 1. Тогда Юлия меняю на восьмого, тогда буду Юлия, Юлию давать. Да, я подаю главы, офигенно. Получается, свап 8... А, нет, стоп. Ты Юрий какой? Я 12. Да, свап 8-12. Давай так тогда, типа, вы с Юлием, РВД с Юлием на атаке будете, я в центре контролирую полузащитника, а все остальные в защите. Окей. Я буду пытаться как бы атаковать тоже, если будет возможность, я буду тоже вот так вот бегать, но буду как бы в центре, буду преимущественно в центре преимущественно и стараться вам хороший пассет давать. Ну там или суперы делать, ну короче там по ситуации.
Короче, я этот плеймейкер. План великолеп. Замечательно. Что, братки, все хорошо? Я говорю, все хорошо, братки. Ну что так? Как вы во втором тайме 5 раз не сбили бубну? Я за вас болел. Да мы сами в ахуе. Все время один гол разница, заметили? Ну, как бы, типа, не сильно назъебываете, но, блин, не можем никак. Ну, стабильно. Да, оторваться никак не можем. Так, сейчас, подожди, 4-0, купил, время бубнул. Считай, у нас вместо ворот, ну, вместо Тайлер вратаря пустой. Да, все, я пошел обратно, я всю инфу получил. Да, сейчас по-любому надо выигрывать, 4-0, пиздец. Шла статистика, что это всего голов 14-9, гостевые 9-3, последний матч. Прикольно сделано. Ну что, вы тут? Ну я да, но они пока не выбирают, так что ждем. У них там походу я за чай пошел пить, ставить. Мемори вроде бы вышел, а Рок и Вилкас на месте. Вилкас, это из Скайрима есть такой перс там, Вилкас, кажется. Да, это который в этот в соратниках чувак, там Вилкас. Ну, я не играл в Крим. Не играл? Заебись. Ну да, ну игра правда старая уже там 2012 года, но да, заебись. Ну она как только когда играл, не, она правда вот как сказать, она как бы вот когда ты в нее наиграешь, типа. Типа становится однообразной, вот если бы на нее моды ставить, то тогда становится охуенной потом. Есть несколько хороших модов. Есть, да. Кто у нас тут сильно остался? Германия, Камерун. Камерун я лучше, они высокопрыгающие. Надо выигрывать. Да, да. Чтобы... У нас другого варианта нет. Я всех. Надо камбэкать. А потому что если мы хотя бы один не выиграем, это будет вообще нал. Да. Да нам постоянно вот чуть-чуть не хватает, знаешь. Да, чуть-чуть, вот мы один гол разницы проигрываем постоянно. Да, один гол, и причем, блядь, последний. То есть мы выигрываем первые два легко. Да, мы ведем даже. Ну, иногда... чисто эмоциональная хуйня. Иногда ведем. Чисто, блядь, проебываем какой-то. Не по скиллу, а на характере. У них он типа, блядь, бодрее. Подожди, РВД тут, Ленис тут? А, тут. Ленис тут? Юлий тут? Да. Ленис-то нет. Ну чё там, тут? Чуваки? Ты готов, чмоня?
Как... Я напоминаю, что... Давай, я... покажи свою лучшую игру, блядь. Я в середине, я в середине стою, типа, мы с Филем... Че он там наустанавливает? Да, мы поменялись, ты теперь восьмой, слышь, Мо? Не давайте только ему мяч. Юлю, ты не давайте мяч? Да. Десятый, давай все время в этом, шестому. Хорошо. Ты восьмой, Ленис, ты восьмой, я десятый. Не, Юлия восьмой, я Юлия свопнула восьмого. А. Я в центре. Ты двенадцатый, Ленис. Какое номер? Ты двенадцатый. Охуенно. Вверх. Нормально, нормально. Отлично. Ебать, отлично. Не зря Юлия поставили. Слушай, прям реально что-то получше. Не, ну так, получше стало дальше. Ты про что, по сервак? Надо разобраться в компе у матери, что у нее там установлено, какой-то майнер стоит или типа того похоже. Или мультиплов майнерс. Нормально. Бля. А что ты сделал, бля, дурак? Да, это не повезло. Он хотел выбить, а локтем сыграл. Да, хотел сразу. Вверх. Ну, пойдем уже вылез со штрафной, так что. Ну, он рассчитывал, что из штрафной выйдет уже. А он Тимошин будто не сделал. Да и как они хорошо играют в защите, все. Бля. Да, они в центре вот, блядь, хорошо играют в визит. Бля, ну я слабый визит. Ну, у тебя 50-ник стоит. Mm-hmm. А у Юли и у РВД 70-ник. И у меня тоже 70-ник. Пиздец. А, надо забивать вот там, чтобы до 2 хотя бы было. Давай, я сосредоточусь, на центре не стоять, стоять по бокам, слева-справа. Хорош. Отлично, ебать, ну это имба. Вот это красиво, это вот так и нужно. Вход в зону, ибо классический, который розыгрыш. Ты стоишь на входе в центре, ну у тебя есть распасовщик, ты ему пасуешь, слева и справа идешь, и все, и ой, дальше блядь, ты попадаешь в зону. Иди. Ты хуй ты еще играешь, я 12. Его номер один вниз. Ну на центре кто-нибудь, ну блин, ну вот, вот вы слишком жестко, либо уходите наоборот вперед, либо кто-нибудь в центре один оставайтесь, прям вообще в центре. Хорошо, я буду в центре, да, вообще в центре. Контратаку. Может, я пистолет смотрю, если там в центре, ну как бы в атаке, наверное, немало людей, то. Да-да, лево-право, лево-право, чуваки, рассредотачивайтесь. Ну все на центре стоят, как обычно. Вот, блядь! О, блядь, беги, он не задел бы. Все, вперед, вперед, идем под лось. Сейчас главное первыми забить. Бля, мне пароль написал, чтобы перезайти. Чувак. И это пароль долго вписывать. Вверх. Бичи, бичи. Пиздец. Отлично. Не смогли купить дурака. Я вас не слышу, все равно вы меня слышите. Ладно, не важно. Вот снизу вообще никого нет. Вот нападает. Отсюда можно, отсюда, Кайл. Ах ты тварь! Бля, он... Оу! Бля, что я делал? Бля... Ай, бля... Я растерялся, когда я забрал у него мяч. Я, в принципе, на это рассчитывал. Да, блядь, это косяк. Косякевский, блядь, фух. Унесёт. Ну,
Ну, кстати, принт нормализовался. Заебись, Барток. Так что можете меня ебать в рот официально. Если я касаюсь, чё это, блядь. Блядь, заебало. Прям реально, игра пошла. Нормальный принт пошел. Давайте, надо добить. Супер делаю. Дело. Блядь, я забыл, что он высокопрыгающий, сука. Бля, залупа. Ну? Какой там? 3-0? То есть 3-3? Не, а, не... Вверх. На, полная хуйня. Неужели мы 5-0? Нет, давайте. Похуй, рядом с ним все. Сука блядская. Блядь, ну конечно, он под супер ветром улетел, блядь, нахуй туда. Я на себя приеду. Блядь, заебал этот Тимощук, ебаный чмо. Дело супермощное, разберемся. Блять. Хорош. Давай! Ну! Поярьте, есть! Еле-еле, пиздец вообще. Я сейчас буду плакать. Лось, кстати. В руки, мне кажется. Да я чего, не убьюсь. Все вперед, похуй, вообще на похуй. Все, забиваем. Да, все, побежали нахуй, ебать, просто ебать. Чуваки, в жопу ебать. Ешь, нахуй, блядь. Блядь, почти, сука. Блядь, самое хуёвое, это что у них... О май гаш. Вардарь бежит, вардарь бежит. Давайте нарушать. Убивайте нарушать. На, блядь. Сейчас надо забить. Это халтайм, я думал конец уже игры, ёбаный рот, охуеть. Борьба, ебать, нахуй, ебать. За кубок, блядь. Бля, они могут сразу убить тебя. Ебать, ну-ка пинг, бай, нормализовался. Я отключил пару этих, бай, пару служб, бай, на ноутбуке, блядь. Прикиньте, блядь. Охуеть. А может не из-за этого? Бля, пизда, да? Да. И ничего не сделать, ничего. Вверх. Распасовщик. Порток, спасай. Бля, я ещё спыну. Да почему? Вниз. Ни снова дела нет. Ну, постоянно немножко не хватает. О, надо забить, чтобы был какие-то шанс. Что такое? Просто только коснулся мяча, сразу все. Вниз. Это тварь хорошо убивает меня. Я на тебя выбросил. На двойку. Побежали, тотальный футбол, прыжок. Супер делаем. Не отчаиваемся, ловите, может быть, братки. Что-то будет. Давай, забивай, Калыч. Блять! Такую хуйню сейчас исполнил вообще. Да похуй, чё. Это вообще неудачная игра. Нам не везет, просто, блять. Кто-то сатанист в среде, блять, христиан.
Кайф. О май гаш. Еще один надо, такой же. Еще один, давайте, да. Сколько там времени? Просто все атакуют, похуй. Все. Все, прям вратарь, блять. Нападай, несцы. Уже просто похуй, бля. Они еще убивать смог, точно. Они еще убивать могут. Ну да, типа рестарт. Это же новый типа тайм. О май гаш, как же все хуево. Нахуй я назвал свою команду ФК Димочки? Пиздец, 5-0. Ничего, нарвалёк. Ну ладно, короче. Рок там. Че, у нас лаги ленисто ебанё. Блядь, конечно. Мы ради тебя, дурака, перешли на другой сервак, и вся равно лаги Лаги ленисто, я короче, у лениста жесткие лаги. У РВД пиздец, он тоже лагало. У него в деревне там дрова кончились. У него комплекс ему просто. У меня не срабатывало. Ну да, в последней игре, кстати, перестал лагать. Попустили вас, признайся вы. Заткнись. Нет. Кайлоча, смеется с красок. У Кайлоча белорусский интернет. Между прочим. Че, еще раз? Давай, уж еще раз не работает, да. Фух. Блять, вы вспотели, я даже ничего не делал. Да смысл, конечно, мы. Мы чисто, блять, нажимали две кнопки в 20 секунд дилея. И проебали 5 на рыбак. А что делать? Мы еще держались, блять, с дилеем. Вы два раза сервер поменяли, так что ничего не знаю. Да. Ленис два раза сервер поменял, так что заткнитесь. Лаги у них были. Ну что, все или еще? Еще будем ебаться. Обводите свои лаги. Еще ебаться будем? Сожрите их. Все, ладно, я пошел туда. Спасибо за игру. Да, браток, не надо, блядь. Ух, ёпки. Ладно, достали, реванш достали. Все, идите.